Всем привет, друзья! С вами Неломоб, и сегодня мы с вами снимаем уже третью серию игры What the Golf. Что за гольф? Итак, нажимаем на кампанию. 23% всего лишь мы прошли. И наша сегодняшняя цель, что сделать? Пройти на все коронки уровни, которые относятся к Спартакиаде. Так, мы с вами тут не все прошли, не все, конечно же, не все. Сейчас будем пытаться коронки заработать, и тогда мы откроем какую-то секретную локацию. Так, корона. Сначала мы берем вот это, проходим. Вот это дело. Сбей флаг. Так, поехали, поехали. А чё? Мы это разве не проходили уже? Сейчас разберемся. Флаг! Как он туда? Назад. Мне нужно на этот пенек туда как-то протащить, видимо. Что это такое? Похоже на какой-то пенек, надо его перепрыгнуть. О, давай, прыжок, мужик, давай. Мужик-спортсмен, ты же спортсмен. Давай, ты же спортсмен. Давай. Так, ой, что ты тут нагромоздил такое? Бум. О, прибер прыжочек. Ой, мужик, что ж такое? Не понял, это как понять? Есть. Я думал, я должен на этот пенек попрыгнуть, а потом с него. И так получилось. Теперь коронку зарабатываем. Так. По парам. Нужно как бы выпрыгнуть и туда на тот пьедестал попасть потом. Пробуем не сильно. Вот так. Пумц. И что произойдет? Ой, бум. Фейл. Поражение. А как мне нужно это дело? Надо, чтобы было... Он должен отпрыгнуть. А как это сделать? А, два прыжка. Ну вот второй прыжок. Поражение. Не вышло. Пробуем сильнее прыгнуть в сторону. Я сейчас сразу головой туда приземлюсь. Сразу. Ага, это маленький бой. Порядочно. А, с одного удара. Надо было с одного. Я думал, с двух. Ладно, вроде получилось. Двигаемся дальше. Проходим дальше. Следующую коронку зарабатываем. Сначала пар, потом коронка. Так, только в яблочко. Ага, надо прямиком в этот вот... Мимо. 4 есть шанса. А как в яблочко попасть? А как это? Реально. О, прямо в цель. Кажется, попал. С третьего или четвертого раза. Теперь корону зарабатываем. Так. Заверши уровень за 11 секунд. Ай. А, я теперь мужичком прыгаю, а не луком. Надо все перепрыгивать. Так. Давай. Не в ту сторону. Ай, куда ты попрыгал? Давай. Ай. Не вышло. Попытка номер два. Так, тут надо сделать первый прыжок, должен быть слабенький. Второй уже перепрыгивает. Есть. Третий тоже перепрыгивает. Есть. Четвертый уже не перепрыгну. Ай, все, я, кажется, заруинил. Кажется, фейл. А как это успеть? 3, 2, 1. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Давай. 1 секунда. Черт! Чуть-чуть осталось. Так, это надо, короче, чтобы он постоянно у нас находился в прыжке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давай. Цель готова. 2 секунды в запасе. 2. Хорошо, получается, заработали еще одну корону. Так, оп, наверх. Сюда, вниз. Вот здесь теперь корону надо заработать. Оп, есть. Время, задание на время. Мотоцикл там был? Почему там мотоцикл был нарисован? 7 секунд. То же самое, только надо допрыгать, перепрыгнуть эти преграды. Ай, поражение. А как это же пройти? Пробуй прыжки сильнее сделать. 2, 3, 4. Я лечу как пуля. Опять поражение. Да что ж такое? А как это успеть? Не понимаю. 1 прыжочек, 2 прыжочек, 3 прыжочек, 4 прыжочек. У меня не хватает совсем времени на это все дело. Как это должен ты успеть? Вот надо в другую сторону. Ну, вряд ли в другую. Бум. Типа разгон набрал. Но это вряд ли, это ж не то. Все равно я не успеваю туда долететь. Как это пройти? Как тут корону заработать? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О, теперь я дальше продвинулся, по крайней мере. Прошел ту преграду большую. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Не выходит! Это нереально! Это нереально, походу! Ого, как я себя забросил сильно. Надо разгончик, значит, набрать. Это надо какой-то разгон набирать постоянно. Ускорение, чтобы у тебя было вечное. Вперед, 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 как с трамплина. Сильно, сильно. Еще вперед. Постоянно ты должен ускоряться, ускоряться. Есть! Почти, почти, почти был флаг. Чуть-чуть осталось. Так, 2, 1. Поехали. Давай, олимпиадец, давай, 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 давай. Вот это уже плохо, по-моему. Он слишком долго у меня парил в воздухе. Слишком долго в воздухе парил. Он должен быть постоянно на скорости сумасшедшей. Так, так. Набираем, набираем. Вот. Надо себя ускорять. Постоянно стараться ускорить себя. Надо постоянно, чтобы ты был на супер ускорении. Как же это пройти? Давай, 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 давай. Скорость, скорость, скорость. Кан, нужна скорость. Сумасшедшая. Перелетел! Как так? Как так получилось, что он у меня перелетел? Давай, 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 давай. О, вот оно как. Надо постоянно натягивать эту резинку, и оно будет нормально лететь. Так вот. Бум, 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 бум. Он как тогда быстро очень летит. Я разобрался. Вот как можно. Воу! Вы видели, что я могу? Я вообще на край карты, вообще в другую сторону. Надо. Вот, я разобрался. Вот так много раз нажимаешь, нажимаешь много раз, и он сильно разгоняется. Во. Все. Получилось, наконец-то! Раза с 4-го или с 5-го, или 6-го даже. Так, а теперь уже зарабатываем корону. Мотоцикл. Не зря он там был нарисован. Яблоки. А что там с яблоками было? Я не посмотрел. Бум. Какие-то прыжки непонятные. А, надо яблоки собирать. Ой, ну кто же знал. Так, идем туда обратно за яблоком. Бум, 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 бум. Сальтухи, сальтухи мутим. Мутим сальтухи и яблоки собираем. Бум. 4 яблока всего лишь осталось нам, дамы и господа. Мужик со штангой глаза аж бедняга закрыл. Так, прыжочек, прыжочек. Яблочко, яблочко, яблочко. Наливное яблочко. Так, бум. Еще яблоко, еще яблоко. Оп. Есть контакт. Назад, 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 назад. Оп, есть, получилось. Нет, 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 не падать, не падать. Команды падать не было. А, внизу яблоко, надо будет в любом случае назад вернуться. Эх, или это, а, это последнее. Все, тогда нормально. Мания, мания. Хорошо, прошли этот уровень тоже. Заработали еще одну коронку. 5-я корона, и нам теперь эту штуку, которую я хотел открыть, доступна. Что тут будет интересно? Интересно, не зря я это добывал? Что это такое? Я заработал какую-то штуковину. Ух ты, и что это означает? Я заработал какой-то факел. 7, 8, 9, 10. Что это все значит? Так, стоп, я тут что-то... Я не понимаю ничего. Где я нахожусь? Что это за место? Я ничего не понимаю. Это что такое? 1, 2, 3, 0... 25%, какие-то кнопочки. Это мне вообще непонятно. Это что такое? 25, 100. Я этого не догоняю. Что это, куда это меня занесло? Есть какие-то трубы. Ага, на определенные этапы трубные мы можем быстрее передвигаться. На уровни переходить, видите? Через трубы. Трубы мне будут доступны тогда, когда я буду... Когда, может быть, трубы тогда будут открываться, когда я буду вот такие, типа, факелы зарабатывать. Как будто бы место, чтобы... это что, отверстие для труб или что-то сверху? Не очень понятно на самом деле. Но мне кажется, что это все как будто бы достижение, зала достижений. Возможно это такое быть или невозможно? Мне кажется, вполне возможно, что это как раз такая есть штуковина. Значит, идем в 10-й левел. И куда это меня перекинули? Подождите-ка. В 10-й какой-то уровень. И где это я? Я не помню этого места. Тут у меня пройдено все. И тут только просто коронок нету. И вот труба. Тут мы боссом, с боссом дрались. Корову победили. Так, здесь что? Тут я тоже все выиграл. Тут я еще одного босса уничтожил. Тут были роботы. Тут я прошел, открыл комнату. И вот сейчас вот этого робота пытаюсь пройти. Вот только что мы тут все... Олимпиаду, то есть слева мы прошли, теперь идем на правую сторону. Это немножко мне непонятно. Если вдруг кто-то шарит в этом всем деле, может нормально в комментах объяснить, буду, конечно, я благодарен в этом деле, с этим делом вам.
потому что мне не очень это было понятно. Ну, просто такой типа телепортатор, что ты можешь перемещаться по локациям быстрее, я так понял. Так, здесь что у нас? О, тут боулинг. Ну, попробуем первый уровень боулинга, посмотрим. Так, да, будем сейчас мячи кидать. Какой-нибудь иракез крутой. Так, кидаем мяч. Он им машет. Оп. Ага, надо, чтобы он его вверх подымал. Чтобы у него был... Ага, назад его бросает. Да, чтобы он его именно вот так, в воздух. И ну, чтобы он его сильно и в воздух бросил. Раз сейчас он его постоянно будет все сильнее и сильнее, по идее, раскручивать. Это максимум, который он может. А что мне нужно сделать здесь? Оп. Мне чуть-чуть не хватает, чтобы оно долетело туда. Да что ж такое? На тебе. О! Сбил одну фигурку! Так, дальше. На тебе. А ну-ка. А, чуть не долетело. Но это сложно. О, сбил. Ну не все. Еще осталось две. Две стоят фигуры. Давай, давай, давай. Одна осталась. Одна несчастная фигурка осталась. На тебе. Ой, сейчас себе на голову сброшу. На. Там столько уже у нас шаров валяется на полу. Вернее, в этой ямке. Ой, не в ту сторону. Не получилось. На! Есть! Боулинг пройден. Так, ага, тут не один этап, но несколько их. На тебе. Ну, я так и знал, сейчас какой-то будет подвох. Какой-то подвох. Мужик приклеился к мячику. Так, коты. Что с этими котами не так? Тут тоже какой-то подвох будет, небось. Ой. А ну, все взрываются. Нате вам бомбу туда. Короче, у нас вместо шаров для боулинга у нас, короче, шары, которые детонируют. Туда вам шарик еще один. На, вы не ту сторону. Так. Оп. 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 Давай. И тут чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Чутка. Опа. Давай. О, взрывайся. Получи. Котика. Все, мы прошли. Котика трогать не надо было. Это хорошо. Корону пока не буду я зарабатывать, потому что я не вижу смысла особого. Так, а то что за шапка? Шапка ковбоя. Оп. Шапка бумеранка. Шух. На. О, с одного удара. Все сразу снес. Хорош. Ой, это чересчур. Есть, чуть-чуть сбил. Еще немного сбил. Одна кегля осталась. Один кегля. Эх. Оп. По-моему, все. Справился. Молодец. Дальше. А что тут у нас? Ковер. Я ковром управляю? Я управляю ковром. Боулинг ковром. Тоже неплохо. Эй, тихо. Надо как-то дело все сбить грамотно. Да я не попадаю. Ковер, ты что так сильно летишь? Ковер, самолет. На половинку прицелюсь. Оп, все. Нет, не все. Ай, я опять чересчур сильно его запустил, этот ковер. О, теперь все. Вот теперь ж точно все. Так, значит, есть вот это дело, теперь вот это дело. Фух, за ваше здоровье. Оп! А ну-ка, котится. Ну не все сбили, не все. Еще раз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Есть, сбил. Боулинг! Не понял. Я могу вот так запустить и не морочу себе голову. А что за дорожки такие? Для чего эти дорожки? Вы чего, ребята? Вы что-то попутали. Не, ну я-то запущу. Вы нормальные вообще такие вот уровни создавать? Алло. Так, еще немножко осталось. Бум-бум. Все позбивал. Все, молодец. А, про... Ой, а тут как?
Тут надо, наверное, через птичек перебросить. Птичек спугнул. А стенку нельзя пробить вообще? Бум. О, я перекинул. Только не факт, что сейчас там все собьет. О, я стену разбил. Кирпичную стену разбил своим мячиком. В принципе, тут справился. Хорошо. Три уровня пройдены, флажки заработаны. Смотрим. Откроется ли нам дверь? Так. Бум. Конечно же откроется. Что за вопрос? Что за вопрос? Так, значит, тут, чтобы открылось, нам нужно там какой-то уровень пройти. Тут какая-то труба есть подозрительная. Мне всегда эти трубы подозрения вызывают. Не могу ли я в нее залезть? Не-а, нельзя. Идем, значит, тут проходить уровень. Бум. Так, что за уровень такой? Так, я что, буду сейчас всеми мячиками этими управлять? Всеми шарами, вернее, от боулинга. Бумц. Раз. Два. Надо разбить это все дело как-то. Ой, один остался мячик несчастный. Один мячик остался. Один несчастный мячик остался. Давай. Не падай в грязь. Все хорошо. Так, продолжается у нас эпопея. Только сейчас будут взрывы, походу. Я так и знал, что останется только один. Если вообще останется. То есть тут наша главная задача как-то один хотя бы мячик, на какой-то один мячик ориентироваться, на все остальные не смотреть сразу же. Чтобы мы могли... Оп! Вот здесь себе уже надо управлять этим всем делом. Вот и все. То есть с самого начала один мячик выбрал, и им именно ты все уже там управляешь, на него смотришь, на него ориентируешься и идешь к цели. На остальные не обращаешь внимания. Так. Что здесь? Тут какой-то космический... А, это как будто бы парк развлечений. Это школа детская? Какие-то столики, это, наверное, типа столовой. Это игровая комната вон. Так, мы снова в космосе. А как мы должны это тело бросить? Допустим, бросаю. Это в космос улетело. Ладно, туда бросаю, в эту сторону. Ой, как-то непонятно все, да? Что-то они вокруг Земли как-то бегают. Я ничего не понимаю. И это не могу сбить. О, один сбил. О, пошла жара. Надо легонько бросать. Легонько бросаешь, и все вроде как выходит. Опа. Это как-то сильно высоко. Как мне теперь... О, кидал, все-таки и накидал. Так, мы теперь... Ой. Опять такой похожий уровень был. Только мы не лазили по планете. Наша бочка. А где теперь эти шары искать? То есть не шары, а кегли. Где же их искать-то? Так, ищем кегли. Ищем кегли. Вот она кегля. А я не могу ее почему-то сбить. Я вроде в нее... О, в эту сбил. А вот тут другую не получилось почему-то сразу же ее сбить. Странно. О, сбил. Где-то еще, видимо, есть кегли. Кегли. А, нашел. Есть. Ну и уровень. Так, теперь нас должны пропустить дальше. Идем смотреть. Оп. А здесь что? Ага. Тут надо коронки зарабатывать, чтобы не открыли какой-то там... Я, наверное, коронки не буду зарабатывать. Мы, в принципе, глянули, что это такое. Это, короче, в зал славы добавляют всякие прикольчики. Может, потом еще все-таки это сделаю. Доступ разрешен. Проходим дальше. Бумц. Привет, мяч, ты лягушка. Чего? Чё ты обзываешься? Сам ты лягушка. Ага, я очень медленно двигаюсь. Так, первую жизнь мы отбили. Так, теперь чё? Я опять так лягушка. Вторую жизнь мы у него отбили. Ой, какие-то у нас... Какие-то полоски в меня летят. Так, последняя жизнь осталась у него. Всё! Такой легкий босс. Это самый легкий, наверное, был. Так, ну это типа часть... А что это за микроволновка? Привет, я варю кофе каждое утро. Варю кофе каждое утро? Ты не... Сейчас у нас есть 65525 чашек кофе. Ты тостер! Кофе в некоторых из них, наверное, уже остыл. Попробуй его сам. Понятно. Как... Что там... Вот это кофе вот это варит, да? Наверное, остыл. О, бассейн какой-то. А, это фонтан.
Фонтан. А куда это я бегу? Ага, тут снова у нас доступе отказано. Нужно опять-таки уровни проходить. Вот, допустим, нашел какой-то левел. А ну-ка, бахнем его. Я там много пропустил. Ой, белый уровень какой-то. Что это все значит? Это красные мужички. Почему он так на меня смотрит? А, разбил мне шар. А как мне быть? Нужно спрятаться за стенкой. Он стреляет с пистолета в меня. Я знаю, какой это игре отсылка. Как там, как-то было, какой там был шот, шот какой-то. Супер, супер шот называлась игра, точно, это к ней отсылка. Клюшка. Сока, супер шот. Лунка пут, лунка пут. Так, мы тут открыли, да? Но я пока не буду спешить сюда заходить. Я хотел еще обследовать все вот здесь. Назад вернусь чуть-чуть. Вот тут у нас комната интересная. Но тут вроде бы ничего нельзя. Вот мужик какой-то в капсуле сидит. Гольф, примечание номер 42. Прорыл все гольф. Не понял, в чем это, в чем прикольчик этого был. Я не понял. Так, тут что? Тут все. Ага, тут она перегородил путь. Тут мы не пробежим, не пробьем никак. А пришли мы отсюда. Привет, ты варишь кофе. Я это помню. Туалет. А что, если я в туалет зайду? Воду слил. Кто-то разбил один унитаз. Ужас. Ой, куда ты меня? Я через... Куда ты меня засосала? Офигеть, ты нашел наше укрытие. Индюк, привет. Это что за уровень такой? Индюшиный уровень. Я нашел какую-то штуковину. А ну-ка. Палатка. Захочу в палатку зайти. Нельзя в палатку. Есть. Флаг захвачен. Все? Индюк, а что ты мне еще расскажешь интересного? Ты нашел... А может, распробуем коронку заработать с нее? А ну-ка. Пар. А, с двух выстрела. А, с одного выстрела. Надо прицелиться сразу же. Есть. Порядочно. Так, теперь коронку заработаем. Не знаю, зачем я это делаю. Ай. Надо тоже так же прицелиться сразу. И заехать прямо в флажок. О, испытание пройдено. Получили корону. Здорово. Теперь мы большие-пребольшие молодцы. Сюда, чтобы мы больше, наверное, не возра... А что за лесенка? И это туда нельзя залезть наверх. Только через трубу обратно можно. Да, обратно только через трубу. Хорошо. Обратно нас в туалет вернули. Понятненько все мне стало, понятненько. Теперь идем в эту часть. Посмотрим, что тут. Кофе, вот это... Ага, вот кофейная типа. Так, а что тут? Почему один компьютер горит? Один разбит, а другой горит. Примечание номер 37. Ничего нового не сообщать. Голь по-прежнему скучный. Нормальный гольф, сам ты скучный. Так, тут больше ничего мы сделать не сможем. И, наверное, это разблокировать также мы с этой стороны не сможем. Хотя я могу попытаться постаранить немного. Не-а, оно не разблокируется. Ну ладно, тут подозрительно это вот эта штука. Просто за примечанием сюда пришли. Может, уже какие-то достижения будут потом. Все может быть. Так, значит, мы все, что можно было, здесь изучили. То есть я теперь точно ничего не пропустил. А, здесь мы тоже все посмотрели. Сейчас мы отправляемся с вами. Ну, вот в эту часть, там, где мы открыли. А потом и на левую часть еще можно будет. Так, тут какое-то время. Ага, вот она, лунка. Я ее даже не заметил, честно. Вот я ее реально не видно было. Белая такая. Так... Что мы тут видим? Мне нужно вниз спуститься. Бумц. Так, взял пистолет. Стрельнул. Бумц. Одного прибил. Взял пистолет. Свалился! То есть я постоянно должен пистолетик, пестик брать. А что такое здесь прячется? Микроволновка. Тосты достал, смотри. Еще мне это дает? Ничего не дает. Ладно, спускаемся еще раз вниз. Берем, короче, винтовку. Надо постоянно стрелять, я так понял. Вот так примерно. Так, прибил его. Берем пестик. Стреляем вот в этого.
Уворачиваемся. Уворачиваемся. Разбиваем. И на финиш. Можно даже с пестиком на финиш. Пяу. Пяу. Все. Супер. Пут. Прошел. Коронку зарабатывать не буду. Не вижу в этом пока что нужды очень большой. Ага, теперь, когда мы это прошли, мы можем нажать кнопку, чтобы активировать проход. Наверное. Машинка мешает. А, мы просто двери открыли. А вот оно что. А ну-ка, это открываем. Опять стрелять надо будет. Идем за оружием сначала. Берем пушечку. Допустим, стреляем вот в этого. Сами котимся, котимся, котимся. Забираем оружейку. Стреляем в этого чувака. И котимся, котимся. О, я сразу столько много патронов выпустил. Как так получилось? Или это они так в меня стреляли? Не, это я, наверное. Супер пут. Супер пут. А, открыли для нас. А что за животное такое интересное? Я не могу его разбить. Не, это, по-моему, какие-то кирпичи. Завод кирпичей, что ли? Так, тут можно открыть или нет? А, надо будет уровень пройти. Понял. Идем, проходим уровень, значит. Так. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Летим вначале сюда. Тут надо постоянно уворачиваться, я так понял. Постоянные нам нужны уворотики. Разбили! Это... Надо как-то очень аккуратно. Матрица натуральная. Повезло. Я думаю, сейчас меня прибьют. Ай-яй-яй. Хорошо, что они стреляют не четко в меня, а именно в одну свою точку, которая им указана. Так, прошел. Все, мне засчитало это дело. Хорошо. Теперь что это получается? Мы прошли. Ага, чтобы открыть эту трубу, чтобы открыть, чтобы телепортация, нужно 4 коронки, я, кажется, понял. Чтобы мы сюда могли как-то телепортироваться быстрее на эту часть. Но я пока не вижу в этом особой нужды. Может, потом надо будет именно коронки зарабатывать, чтобы продвигаться дальше компьютером? В доступе отказано. Вон она, труба внизу. Идем сюда. Ой, что-то оно там... О! С меня сделали какой-то квадратик. И не понял, а чё я квадратиком стал? Так, телепорты. Судя того, что мне сделали квадратики, на нем было сердечко, это отсылка к порталу, по-моему. Как вы думаете? Мне кажется, портал. И плюс порталы здесь. Ну да, в желтый запрыгиваешь, тебя выплевывает. Все мне стало ясненько. Отсылка к порталу. Там была супер шот, а тут отсылка к порталу. Так, подождите-ка, куда меня? Не понял. Не понял. А, все понял. Просто как-то с трубы какой-то непонятный меня... Ага, вниз притягивает. Ой, эти порталы, конечно же, очень-очень-очень-очень-очень досаждают. Так, о! Теперь сюда лезем. Здесь у нас что? Тоже самое? Ага. Ага, 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 ага. Понятненько мне все стало. Залазим. Ну и вниз теперь. Все, пройдено. Тут что нужно сделать? Надо в красный запрыгнуть. Поехали в красный. О! Я так удачно запрыгнул, я даже не понял, что я сделал. Там-то платформа двигалась, нужно было в нужный момент, короче, туда отправиться. Так, вентилятор. Вентилятор. О чем это? Зачем это? Ага, мне туда не получится, там магнит тянет. Надо, чтобы вентилятор работал. Чтобы вентилятор работал, нужно на эту кнопку нажать, что ли, в нижнюю? Да. То есть мне нужно что-то поставить. Нужно что-то сюда принести. Возможно, даже с этих штуковин. А ну-ка, пускай меня туда запускают. Что тут, коробку? А, я могу коробку сюда с собой забрать. Вот. Так, коробку мы вытолкнули. Мне нужна коробку... Я так понял, я так понял. Вытолкнуть на ту сторону. Поставить ее вот на эту штуковину. Вот. Теперь меня вентилятор туда забросит наверх. О, все, головоломка разгадана. Новый левел, поехали. Так, я кем являюсь? Порталом. Мне нужно как-то так свою жопку подставить, чтобы... просто подпрыгнуть надо было. Так, это что такое?
Лучник стреляет, и я вып... Ага, мне нужно попасть. Нужно сделать прыжок, и чтобы он попал в цель, правильно? Так, почти. А это сложно! И не получается прицелиться. Это реально сложно. Да ёшкин матрёшкин. А если я как-то... О, наконец-то! Еле прицелился. Так, нормально. Уровень был непростой, это 100%. Так, давайте последний уровень пройдем. Будет кодовое слово у нас портал. Пишите портал, и тогда в комментариях пишите слово портал, и тогда я вас сердечком награжу от себя. Классно вам сердечко. Так, что, куда? Залазим. Что произошло? О, жесть какая! Я толком даже не понял, что тут у нас произошло. Ой, тут много порталов, и непонятно, какой за какой портал отвечает. Не понимаю. Ой, о, оно мое. Я мог там только что отцепиться. А, черт. Так. Нет, не вижу ничего. Опять какая-то ерунда произошла. О, сейчас. Как это дело провернуть? Вот так. Фух, еле-еле. Справился все же. Прошел. То есть могу теперь спокойно эту кнопку нажать, наверное. Как я тут пролезу? Не-не-не-не-не, эскейп. No, не хочу. Хочу кнопочку нажать. Так, открыл. Могу теперь туда залезть? Внутрь, могу. Тут снова полно порталов, и в какой заходить из них, непонятно. Ага, ну вот, нашел. Уровень этот будем начинать уже в следующий раз. Следующая серия начнется с этого уровня. С вами был Неломоб, а мы играли в игру What the Golf. Всем пока-пока.